Итак, друзья, время извинений. Знаете, как у нас в последнее время извиняются там всюду, все налево и направо. Ну, теперь пришло время извинений от пиндосов, черт возьми. Пиндосы извиняются компании Nvidia и Sony за то, что, как вы понимаете, из-за ограниченных партий, во-первых, я рассказывал Nvidia, да, видеокарта RTX 3080, и все разобрали. И теперь они появились на eBay за огромные деньги, там от 1000 до 2500. Из-за чего, значит, расстроенные интернет-пользователи возмутились произошедшим. Они сообщили, что уведомление о старте продаж от партнеров Nvidia им так и не пришло, а в официальном онлайн-магазине компании новинка была распродана всего за пару секунд. Nvidia уже признала ошибку, извинилась перед покупателями. Представители компании заверили, что вручную посмотрят заказы, чтобы видеокарты не попали в руки к перекупщикам. Ну и в это же время Sony извинилась за безобразие с предзаказами PlayStation 5. Старт предварительный заказ оказался той же суматохой. После объявления цены магазины ринулись принимать заказы, однако многие из них после отменили. Подобное происходило и в России. Однако Sony не стала молчать, признала организационную ошибку в социальных сетях. Давайте на чистоту. Предварительные заказы PlayStation 5 могли стартовать намного более гладко. Мы искренне извиняемся за это. В ближайшие дни мы выдадим больше консолей для предзаказов. Магазин вскоре поделится подробностями. И до конца года еще больше систем будет доступно для покупки. В России предварительные заказы стартовали 17 сентября, ну а старт продаж 19 ноября официальный. Вот, собственно, и все, друзья. Вот такие вот извинения. Надеюсь, вы сочувствуете Nvidia или покупателям, да? Может, вы и сам покупать, хотя в России еще, вот насколько я наблюдал RTX 3080, да блин, даже нет никакого намека, даже видеокарты из предыдущего поколения ни на каплю не стали дешевле. Ну вот, допустим, RTX 3080, и видите, все только, ну вот, допустим, смотрите, 2070 за 43 тысячи, то есть ровно какие были цены, ровно такие и остались. Ну вот, 28 супер за 65 тысяч. А эта цена вообще, по-моему, уже новой 38 RTX 3080. Вот. Так что вот, собственно, и все, друзья. Вот такие вот новости. Может, они вас обрадовали, может, нет. Все, доброго, всем пока, до свидания.